Я Ольга Райнхардт, живу в городе тоже Гамбург. Ну и вот проживаю свою чудную, такую хорошую, чудесную жизнь. Я так же, как и все многие из нас, обижалась, разочаровывалась. Иногда даже не могла найти выход из мельчайших каких-то ситуаций. Начались такие отношения с мужем непонятные. Думаешь, что я делаю неправильно, что у меня не получается. Я накручивала себе, там, подавляла свою «я». Мне всегда думалось, что я недостаточно состоялась там как актриса, как жена, как мама, как дочка. И все время вот эти вот мысли крутились в голове. Я стала заниматься психологией, детской изучать, стала заниматься психосоматикой. Все мне было интересно, но вот чего-то не хватало. Благодаря Суперджампу у меня много в жизни изменилось. Мы перестали ругаться с мужем. Тема развод у меня просто вообще пропала даже из головы. С моими детьми, со старшими. Раньше даже не могла ни в комнату зайти. «Мама, выйди из комнаты, пожалуйста, что ты сюда зашла? Типа, я занят». А сейчас «доброе утро, мамочка», «добрый вечер, мамочка», «спокойной ночи, мамочка». Они чувствуют такое тепло. Это круть, просто круть. У меня маленькая танцевальная театральная студия. После короны я потеряла клиентов, их просто практически не было, 60 человек, осталось только 12 детей. Сейчас я чувствую, что благодаря Суперджампу приходят клиенты. И вот недавно записала свою песенку и сняла клип. Такую колоссальную энергию дали мне наши курсы. Я научилась говорить людям «нет». Я научилась контролировать свои эмоции. Нужно пробовать, идти и стараться. Благодарю всех за внимание, дорогие.